Всем привет! Вы на канале Django School. Меня зовут Михаил. И сегодня в стриме мы с вами рассмотрим расширения, которые нам позволят ускорить и улучшить нашу э, работу, это расширение как Django, так и для какие то плагины для PyCharm или для нашего питона, так скажем. Э, если меня хорошо слышно, видно, э, плюсик в чат ставим. И еще, если э, будут какие-либо мехи со звуком тихо громко шипеть хрипеть начнет вы мне напишите у меня что-то микрофон иногда подтупливает надо так скажем соединение разрывать у него так плюс плюс отлично значит решил я здесь собрать расширения думаю соберу некий списочек мне как-то на стриме спрашивали какие мои расширения которыми я чаще всего пользуюсь я какие-то там вспомнил думаю, соберу списочек, покажу, расскажу людям, в общем, чем когда-либо пользовался, что использовал или знаю, что оно существует, можно, значит, этим пользоваться. Собрал списочек и понял, что я просто даже во времени не уложусь, чтобы все это рассказать и показать. В общем, суть какова. Самые такие примечательные, или самые известные, или наоборот малоизвестные, но они хорошие, я покажу. А списочек, который я составил, он, правда, сейчас еще не полный. Я его э, потом дополню. Я после стрима оставлю в описании, в описании ссылочку, где вы сможете найти, э, соответственно, все эти ссылки на расширение на гитхаб, на репозитории. Они разделены по некой, так скажем, моё, чисто моё субъективного моего мнения по каким-то разделам, то есть админка, модели, формы, э, утилиты и так далее. Авторизация, где вы сможете что-то для себя полезное найти. Соответственно, возможно, я не все хорошие вещи, так скажем, плагины, расширения и так далее сегодня упомянул. Будет интересно, если вы в комментариях к стриму оставите ссылочки на расширения, которые я не упомянул, но вы используете и считаете, что они достойны внимания. То есть они полезны, какие-то вот приносят вам пользу. Это будет, соответственно, хорошо. Итак, значит, Приступим, пойдем потихонечку по списочку. Я буду некоторые, так скажем, расширения эти выбирать, а вы, соответственно, смотреть и комментировать. Я по ходу иногда буду отвлекаться на чат, так скажем, когда из раздела в раздел будем переходить и читать ваши комментарии, поэтому пишите. Ну что, давайте приступим. Соответственно, начнем мы даже без нашей авторизации регистрации, потому что это одна из важнейших частей любого нормального сайта. Соответственно, такие как Django Olof я не рассматриваю. В уроках оно есть. Много о нем известно. Данное расширение нам позволяет... Ну, как не рассматривать? Давайте уже рассматривать, если я начал говорить. Значит, данное расширение нам позволяет авторизовывать пользователей регистрировать на сайте и плюс использовать социальную авторизацию, то есть поддержка очень большого количества провайдеров. Соответственно, данные библиотеки, которые я сегодня привожу в, так скажем, в пример, они все обновляются, они все поддерживаются, то есть это не старое какое-то барахло, которое давно сдохло, то есть это они поддерживают новые версии Django. А, соответственно, <coughs> будем, так скажем, идти быстренько на некоторых мы долго задерживаться не будем по той причине что мы просто не успеем далее есть у нас с вами джосер э, мы его использовали в курсе по django rest framework соответственно он позволяет нам авторизовывать регистрировать выписывать токены пользователям тоже нормально хорошая библиотека идем дальше а также мы использовали с вами в курсе э, django os Toolkit также поддерживает, позволяет нам в REST Framework делать социальную авторизацию. Данная библиотека основана на некоторых других библиотеках, так скажем, внутри себя и вот, значит, можно пользоваться. Это для социальной у нас авторизации идет. Я то, что как бы у меня в курсе было, это оно хорошо известно. Я, не рассматриваю это долго. А вот две библиотеки, которые никогда мной не упоминались, но они достойны внимания. Значит, есть у нас такой Django Garden. Данная штука позволяет нам, как бы это сказать, давайте переведем. Реализация расширения для каждого объекта поверх авторизационного бэкенда Django. То есть мы как бы даем доступ к определенным, грубо говоря, объектам. В данной, надо вернуться на английский и найти здесь features. Вот. То есть мы можем, грубо говоря, как бы раздавать права нашим пользователям. Поддержка здесь идет анонимного пользователя и так далее. Кто-то когда-то недавно меня спросил про анонимного пользователя, как мы можем что-то с ним делать э, в моделях, ну, так как у нас пользователя не существует э, анонимного, да, то есть он просто анонимный. Вот. <coughs> Соответственно, данное расширение э, позволит это добро решить. А, более подробную информацию, опять же, найдете в документации. Пока идем быстренько. Это не стоит особого внимания. Но вот э, GraphQL gbt или GraphQL JOT, вот это вот интересная штука, то есть это поддержка джот токенов в джангах GraphQL, вот такая штука, то есть когда мы используем GraphQL, мы можем использовать токены, это есть хорошо, ну что, это не, почти, ну, не совсем -то как бы следующее то, что мы будем рассматривать, это не совсем как бы с авторизацией регистрации связано, больше защитой входа. Значит, есть у нас такая библиотека. Называется джанго Ax. По-моему, она называется. Вот. Которая может э -э проверять, сколько раз кто-либо э пытался залогиниться. Вот. То есть, и защищает нас от постоянного логина, то есть перебора пароля и так далее, то есть это защита входа, вот. А также на одном из стримов или нет, но ну, стримов, ну где-то меня тоже спросили про то, а, а, да, на стриме за как реализована в Django значит защита и так далее. Так вот, это одна из тех библиотек, которая нам как раз позволит реализовать вот этот функционал, который позволит нам защититься от долбления нашего с вами логина так ну входа так ну, то есть блокировать это если что и соответственно есть похожая библиотека они чуть-чуть там раз, различаются функционалом называется uh, Django Defender вот и практически uh, выполняет ту же самую роль и можно блокировать пользователей смотреть сколько раз кто куда uh, ходил откуда приходил что вводил и так далее вот тоже можно использовать для, э, так скажем, защиты. Вот. Замечательно. Окей. Так. Давайте быстренько заглянем в счет. Э, Миша, привет. Наконец-то попал на стрим. Спасибо большое за то, что ты делаешь. Очень полезно. Ой, пожалуйста. Я рад, что мой труд не пропадает даром. Все-таки ж время на это тратишь силы там все дела так хорошо пока у нас пока мы идем быстрым темпом соответственно следующий раздел у нас мы тоже рассматривали как-то данные расширения ну знаете когда стрим посвящен чисто расширениям это хорошо а когда где-то когда-то на каком-то стриме я что-то сказал не все это видели и как-то обидненько потом приходят и спрашивают так вот ответ debug toolbar данная утилита позволяет нам отслеживать, какие запросы SQL мы отправляли, сколько времени это занимало, какие файлы там загружались и так далее. То есть это дебаг тулбар, то есть позволяет вам отслеживать то, что у вас вообще происходит, когда вы открываете страницу вашего сайта. И есть похожая библиотечка, называется также мы рассматривали это когда Django ORM мы рассматривали на стриме, я использовал эти библиотеки. Это Django Silk. Он отслеживает количество запросов, которые были сделаны, время, на которое на это потрачено и так далее. Я имею в виду количество запросов в SQL сколько было и так далее. И ведет значит эту историю. Вот вы можете тоже пользоваться, смотреть это. Замечательная библиотека для дебагинга. То есть, когда у вас страница долго грузится или вы думаете, что у вас все хорошо на странице, запускаете данный а утилиту и понимаете, что э, где-то вы написали неправильно запросы. И у вас идет вместо одного запроса в базу данных штук 500. И вы просто от этого охреневаете. Окей, э, Хьюман okay, пишет. Привет всем, мама Мия, я снова на стриме. Как вы тут? Мы. Ой, жарко кошмар кошмар, жарко. Окно закрыто, дверь закрыта, и мне жарко. Всем привет, кто с Джосером знаком? Как сохранять запросы на сервере, если сервер падает, доступ, чтобы ошибки сохранялись? Если есть что-то сказать, буду рад. Для этого нужно использовать логи. А будет ли запись стрима? Да, запись стрима будет. Не работают у тебя донат оповещения. Как не работают? А, Мури, на 50 рублей на баночку от Чаковского. Ой, спасибо, бро, спасибо. А почему не работают? Не понял. Должны. Должны работать. Странно. Очень странно. Блин, меня этот Linux добьет когда-нибудь. Своим парением работы плагинов. Ну ничего, я, значит, буду этот. Заглядывать э -э, в донаты. Ну, такое бывает. Кстати, я смотрел сегодня там 5 минут от стрима одного чудика. У него тоже, кстати, не срабатывали оповещения. Так что это может быть не только, типа, моя лажа. Да-да, Егор видел. Спасибо тебе большое еще раз за донат. Ребят, можно ли сменить базу данных с SQL Lite на Postgres и сохранить все записи? Да, можно. Просто нужно сделать бэкап и все. Переходи на Windows и используй VSL. А, спасибо за совет. Вот. Но я как-то уже к Linux привык. А я уже думал запускать стримы на Винде. Вот, там все работает. Блин. Ну ладно, то как-нибудь порешаем. Дальше идем. Значит, переходим к моделям, модели у нас есть модели в джанго соответственно у нас есть некоторые интересные расширения для этого добра. значит есть у нас такое расширение, называется Django Attils, Utils, не суть важно. значит что это такое, зачем оно нужно? сейчас документация загрузится. <coughs> это поля, это поля поля и модели то есть это некие утилиты для ваших моделей расширяют ваши возможности немножечко если почитать документацию вы найдете некоторые вещи даже очень интересными к примеру классы миксины здесь есть есть определенные интересные поля которые нам позволяют что-либо делать ну к примеру какой-нибудь вот менеджеры есть json менеджер есть и так далее то есть это тот код, который обычно мы лесопедим, за нас его уже кто-то на налесопедил. Дальше смотрим. Дальше. Значит, Django Authority. Что это такое? Это... Давайте перейдем на русский, потому что сейчас с английского я заебусь за переводить. Это приложение Django для расширения расширения для каждого объекта, который включает в себя несколько помощников для создания пользовательских проверок расширений. Как-то спрашивали, как сделать права для одного э, какого-либо объекта в базе данных там или в модели, ну да, или вот, то есть у нас есть права в Django. Мы можем э, повесить, что вот эти записи человек может просматривать, к примеру. То есть, ну мы не можем дать одной записи права. Вот отчасти данное приложение решает эту задачу. Можете использовать. Погнали дальше. Погнали дальше. Есть такой немалоизвестный, кстати, Django Sorted M2M. Данная штука заменяет стандартный M2M поле. Называется она Sorted ManyToMany -Many Field. И как раз позволяет нам очень легко работать с many to -many полями. Вот. Оно расширяет его возможности и как бы дает нам дополнительные возможности. А как оно работает и что внутри, так скажем, происходит, опять же, не, не успею рассказать. Но суть в том, что во многих библиотеках, к примеру, которые работают ну, отчасти с изображениями, Uh, и там где есть, ну галерейки какие-нибудь, то есть там где many-to-many -many применяется, то применяют как раз вот uh, данную библиотеку. Uh, откуда я это знаю? Потому что как-то я использовал одну из библиотек и именно потому из-за того, что Django сорта uh, M2 мне был обновлен, я не мог перейти на новую версию Django. Вот от этого я это знаю. Дальше. У нас есть такая тоже немало известная библиотека, называется Django MPT, которая позволяет нам строить деревья, деревья, бинарные деревья, то есть то, что мы тоже в курсе, где мы это использовали, использовали мы это в курсе? Нет, по-моему, в курсе мы это не использовали. Ну, на стримах я в общем это показывал, есть у меня стримы там на канале, и мы использовали данную библиотеку. То есть оно позволяет нам, когда мы делаем модель завязку, поля завязку на себя, то есть некую вложенность, да, то как раз как выбирать эти вложенности, как рекурсивно их обрабатывать, там, искать родителей, детей и так далее. Вот чтобы не лесопедить, данная библиотека как раз решает данную задачу. Вот тоже мощная штука. Пользуйтесь. вот, в принципе, это основное, что я хотел показать по моделям. Пробовал TensorFlow, да пробовал. Выкадишь список утилит с объяснением, выкадишь. Ничего не понял, Хьюмэм. Хотел спросить, ты как-то говорил, что писал на PHP, потом перешел на Python. Сейчас я примерно уровня сеньор PHP, но вижу, что нового ну, особо ничего не Стартует на ПХП. Подскажи, как ты перешел с потерей ЗП? С потерей зп Было ли сложно? Может, какие-то советы. Um, с потерей ЗП? Ну конечно. ты ж, когда перейдешь на питон, ты кем будешь? Джуном. Конечно, ты потеряешь. Вот. А, но э, сложно нет. Ну, то есть, это ж не первый язык. Как бы если ты с PHP работаешь и довольно серьезно, соответственно, ты знаком с фреймворками. К примеру, какой-нибудь там Laravel. Соответственно, фреймворки, они отчасти друг на друга похожи. У них есть там некий ORM, Views, ну то есть... MVC модели и так далее. То есть перейти тебе, к примеру, с того же самого PHP Rolave, Rolave, Laravel и на Python Django, ну, не с, особого труда не составит. Вот, язык подучил и фреймворк подучил. Все. Также что ты основное все знаешь, ты же не заново учишься. А, Советы, ну забудь все, что ты знал в PHP и просто учи Python. Все, это единственный совет. То есть PHP нужно забыть. Он будет только некоторое понимание PHP, знание PHP. Я имею в виду как синтаксис, как что-то в языке реализовано. Или вот когда начинают спрашивать, вот в PHP можно сделать так, как это сделать в Python. Вот эти вопросы лучше не задавать. Правильный вопрос задать, как эту задачу решить в Python. Просто, не сравнивая с PHP. Когда будут новые подкасты? Хороший вопрос. Скоро. Может быть через неделю. Как лучше учиться джанга? Лесопедить или на все искать готовые папки? Некоторые вещи нужно лесопедить для того, чтобы что-то чему-то научиться. Ну, лучше сначала полисопедить. Когда полисопедишь, поймешь, что это геморна. И будешь искать уже готовые решения. Если ты будешь искать только готовые решения, то ты не программист. Ты конструктор собираешь. Как подключить платежку к проекту? Это очень обширный вопрос. За 2 секунды не отвечу. Ну, хотя почему, руками. У меня будет сегодня некоторые вещи по e-commerce. Поэтому дождитесь, так скажем. Давайте дальше. Значит, это у меня такой раздел, называется «Утилиты». Ну, отчасти это как бы утилиты и не утилиты. Значит, суть в чем? А, давайте смотреть. В Чем мы? В суть в чем? Давайте смотреть. Ух, значит, есть у нас такой Django а, Constance. Constance. Вот. Это настройки Django через админку. Давайте посмотрим в доку. Вот такая штука. Вот. Значит, для того, чтобы через админку нашим джанга управлять по сути, но ну, часть. Вот. Интересная библиотечка, посмотрите, может быть что-то интересное для себя найдете. Дальше, недавно у нас в группе студентов моих, кто-то спрашивал за аналитику, как проверять, сколько людей сидит и так далее, как это написать. Ну, начали отвечать, а зачем тебе Писать это самому, когда уже давно есть Google аналитика, Яндекс, метрика, ну да и так далее. Как бы. Так вот, есть расширение, которое называется Django Аналитик. И здесь поддерживается все вот это добро. Йок. Пользуйтесь. Отличная библиотека. Эм, идем дальше. Куда же мы без э, всеми нами, нами любимого Redis? Django Redis поддержка Redis в Django. Все, это единственное, что можно сказать. Вот, что оно делает. Вот, пожалуйста, описание. А, все мы знаем, что в Django встроена и у него есть э э э из коробки поддержка построения сайдмап. Вот, это хорошо, это зачастую облегчает много задач. Но вот Робот uh, тексти нужно делать самому, поэтому, пожалуйста, встречайте Джанга робот Создает робот тексти, можно им управлять. Easy. Окей. Okay. Так. Чат. I had really had time and make uh dependence filtering in Django. Uh, After some time went with jQuery it was mess. Need you advice how to make dependent uh filtering in Django easy way. Mm-hmm. Patrick Django filtrato time of oh, so jQuery uh, нужно. Совет, как сделать зависимости фильтрации в Django простым путем. Это такой прикол, мне на английском, да, вопросы задавать. Джовид, uh, uh, he is really uh, speaking English. Uh, привет, подскажи, актуальна ли еще книга Джанга 2 uh, By Example by Antonio Mele? Да, почему нет? Можно почитать. Если есть какие-то ну, там различия с uh, третьей версией, ну я имею в виду Джанга. Это все основы, понимаете? То есть такое. Миша, скажи, как часто ты встречаешься с алгоритмами в работе? Ну, наверное, каждый день. Привет, сенсей. Привет, Андрей. Привет, Андрей. А как реализовать поиск одержимого слова в текст field поле? Здрасте, приехали. Есть контент и контейнс. E в Django Orm. Почитай а про фильтрацию Django. Дополнительные фильтры. Ты что? Как в Django сделай подтверждение по email? Здрасте, приехали. Документация есть для этого. Серьезно, в документации описано, как это сделать. Там есть возможность отправка почты. И, соответственно, на почту приходит URL. Переходя по этому URL, что-то подтверждается. Ну, это же, ну, easy, ребят. Я, ну, как бы, я тебе не отвечу на этот вопрос, потому что это нужно показать, как сделать. Вот, соответственно, по этого документации есть. А и а в интернетах статей просто куча, как это делается. Это из из известная очень библиотека, и по ней очень много всякой информации. На том же самом о -о медиуме можно почитать. Итак. Э Переходим к формам. Я не все рассмотрю некоторые библи... библиотеки. Суть в том, что форм джанго мы да уже по большей части используем для REST, то есть какие-то там шаблонные проекты, ну, я имею в виду на темплейтах, делаем реже, но все же делаем. Значит, у нас есть разные расширения, которые нам позволяют выстраивать формы пошагово. То есть есть несколько шагов форм, знаете, заполнил одно. Следующий шаг, следующий, следующий. Есть такие расширения. Есть расширения, которые позволяют нам э, делать красивые формы. Есть расширения, которые нам позволяют улучшать. Э, когда мы пишем форму че, в форм э, Мы настраиваем виджеты или какие-то стили. Э, есть расширения, которые позволяют и в шаблонах делать, и в самих формах. Итак, э, все рассматривать я не буду, но самые интересные. Вот насчет форм. Значит, Django Widget Twix. Вот. Позволяет нам как раз улучшать внешний вид наших форм. Django Crosspy Forms. Позволяет нам также работать с формами, делать их более, так скажем, удобными джанго форм for, uh, tools это вообще абс абстракция над нашими формами которая расширяет их возможность и так далее uh, долго можно здесь говорить нужно uh, заглядывать в документацию <coughs> uh, значит джанго flappy forms ух ты вот Соответственно, здесь у нас идет также так у -у улучшение самой рендеринга наших форм, то есть о чем я говорил, что мы можем улучшать внешний вид, использовать некие виджеты и так далее. И smart smart select. Это как раз вот работа с Ajax, автокомплит и так далее в наших формах. Умная выборка. Значит, как раз вот кто формами часто пишет, вот эти расширения просто облегчат вам пол жизни, когда вы махаетесь с формами пытаетесь подружиться с ними. Используйте эти расширения, они облегчат вам жизнь. Внешний вид, сортировки, пошаговые формы и так далее. Дальше мы рассмотрим такие расширения больше для наших views. Django Sorted. Sorted. Вот. Это сортировочка. Сортировка. Что здесь еще можно сказать? То есть есть какие-то у нас вещи, и мы хотим их сортировать. Вот это об этом. А в курсе по DRF мы рассматривали такую библиотеку Django Filter, соответственно, фильтрация. То есть мы с помощью этой библиотеки можем строить некие фильтрации наших query сетов и так далее. То есть то, что вы руками поиски пишете, вот здесь <coughs> люди уже за вас это решили. Дальше, Django REST Framework. Я его не рассматриваю, вы и так его знаете, потому что есть целый курс. Но у нас есть Могу неправильно прочитать брейса Джанга брейса. Это классы дополнительные классы к нашим views Здесь я хотел бы чуть-чуть подробнее остановиться. Суть в том, что здесь вот столько есть вот этого всего добра, который как бы расширяют Джанговские всякие классы и то есть мы знаем, что у Джанга есть определенные классы миксины, классы views и так далее. Вот здесь собраны дополнительно некие классы миксины, которые позволяют вам решать ту или иную задачу. Здесь много классов, все их мы рассмотреть не сможем. Соответственно, заходите, смотрите, читаете, что тот или иной класс делает и как он вам поможет в жизни, так скажем. То есть, опять же, позволяет вам писать меньше кода и постоянно лисопедить. Так, отлично. Давайте посмотрим в чат. Что-то там, что-то там. Э, запись стрима будет, да, не переживайте. Если ты каждый день работаешь с алгоритмами, какие задачи ты решаешь? Просто приведи пример. Ты перешел. Ты перешел в машин learning? Крейзи, э, да, запись стрима будет. У меня все стримы остаются в записи. Что ж вы каждый раз у меня спрашиваете этот вопрос? Я буду в этом в оповещении писать стрим, запись стрима будет. Машин learning нет. Но я э, давно смотрю в эту сторону. Я читаю книги. Э, иногда очень-очень редко практикую. По чуть-чуть. Да. Статейки читаю. Умные книги читаю перед сном, чтобы легче спать. Там теория нейронных сетей и так далее. А, по поводу алгоритмов. Э, смотри. Ты когда пишешь, смотрите, вообще, я вот две минутки, так скажем, отступления от нашей темы. Суть в том, что пишем мы шаблон на код, просто копируем из Stock или этого документации и так далее, или пишем самый простой проект или самый простой код, любой код, который вы пишете, это алгоритм. Это тот или иной алгоритм. То есть то, что вы написали код и думаете, что там нет алгоритма, это неправда. Это некая последовательность действий. Вот эта последовательность действий, это в любом случае алгоритм. Алгоритм встречается везде в вашей жизни. Вы встали, опустили ноги, с проснулись, встали, опустили ноги с кровати, одели тапочки, пошли в туалет пописать. Вот это алгоритм, это каждодневное ваше действие, это последовательность действий, которую вы выполняете, это алгоритм. Вы садитесь за компьютер, нажимаете в кнопку Включить, вы запускаете браузер, запускаете редактор и приступаете к работе. Это алгоритм. Поэтому, если вы не знаете, что, как этот алгоритм называется, то это не значит, что его не существует или вы его не используете. Понимаете? Если мы говорим о, о тех алгоритмах, которые очень сильно известны всем, то я по большей части очень э, э, много работаю с, с алгоритмами поиска. То есть с алгоритмами перебора, с алгоритмами сортировки. То есть, к примеру, у нас есть категории, да, к примеру, товаров, да, и соответственно у нас есть вложенные эти категории. И запрос пришел такой, что, ну, когда мы выбираем, у нас есть электроника, там стиральные машины, фирма LG такая-то марка и пошла вложенность. И суть в том, что когда мы нажали на а, там MD53201 а, марку а, LG стиральной машины, то мы должны а, выстав, вы, показать этот товар и плюс внизу еще вывести информацию о том а, популярных брендов, популярных брендов а, по, похожие по характеристикам машины и по самой большей посещаемости пользователей просмотра, по заказам и по оценкам самих пользователей. Вот это, чтобы сделать, здесь и применяется алгоритм. То есть вы должны написать некий алгоритм, который позволит вам выбрать эти данные. Понимаете? То есть мы показываем человеку просто в обычный сайт, информационный сайт, мы показываем статью, но мы должны показать 4 дополнительные статьи пользователю на основе его интересов, на основе того, что он до этого просматривал, на основе того, какие есть дополнительные теги к этой статье, о чем эта статья и так далее. То есть учитывая вот эти вот параметры, мы должны показать пользователю следующую информацию, чтобы как можно дольше его задержать на сайте. Алгоритмы, пожалуйста. Каждый день пишу их. Посоветуйте книги по джанго. Зайди к нам в телеграм-канал, ссылка в описании, и спроси у ребят. Или зайди в ссылки там же, там много книг. Я понимаю, что используя MetaSource под капотом тоже имеется алгоритм, но мы ведем, но мы не видим его. Ну, по идее, да. Все, что мы делаем, это некий алгоритм. Любой код, который мы пишем. Мы э, написали view, к нам пришел некий запрос. Мы сделали запрос в базу данных, выбрали каким-то образом условием данные и отдали пользователю. Вот этот процесс и есть алгоритм. То есть не обязательно, что вы сидите, прочитали алгоритм, есть алгоритм такой-то, и вы прям вот его в коде реализовываете, пишете как по книге. Нет. Алгоритмы реализуются по-другому. Алгоритм на то алгоритм, чтобы показать вам идею того, как можно решать похожие задачи. Это не таблетка от всего. Нет. Очень редко в работе встречаются алгоритмы, которые можно взять вот так. Алгоритм и вот четко подойдет под вашу задачу. Это вот редко бывает. Это так же, как с паттернами. Не бывает такого, чтобы взяли паттерн. Он, о, идеально, Лех. Нет. Это просто, грубо говоря, рекомендация, то есть это заставляет вас а, правильно мыслить. Хорошо, давайте продолжим. Это мы заговорились. Значит, есть у нас административная панель, и мы ее любим украшать. Соответственно, у нас есть определенные расширения, которые позволяют нам поменять дизайн нашей админки или усилить ее какие-либо а, стороны. Соответственно, есть у нас такая... А, Grepoly, 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 расширение, которое нам позволяет усовершенствовать нашу административную панель не только визуально, но и функционально. Вот, довольно мощная штука, много разных плагинов под нее есть. Смотрите, пользуйтесь, отличная вещь. Дальше, есть у нас такое как Django Suite. тоже интересное решение. Вот украшает, изменяет внешний вид, чуть-чуть дорабатывают некоторые моменты, ну и в принципе можно использовать. Заметьте, что там есть первая, вторая версия, будьте к этому внимательны. Там э, разная поддержка Django версии Django. Также у нас есть э, Django Jet. Это тоже э, стилизация э, админки Django. Э, там есть у них, кстати, еще и платная версия с дополнительными плагинами. Ну вообще можно действительно крутую админку сделать. Вот. Ну, а она там платная расширение. Ну, сама она бесплатная, но дополнительно платная. И также у нас есть ä, такая прекрасная библиотека, она называется Django File Browser, который позволяет нам ä, в админке сделать возможность управление нашими файлами, то есть мы именно открываем прямо в браузере, можем как проводники проводнике открыть диск, посмотреть, какие файлы где у нас лежат и так далее, то есть именно через браузер управлять содержимым наших директорий. Замечательное расширение для Джанга, пользуйтесь. А также очень многие... Сайты не обходятся, конечно же, без изображений. Вообще, без изображений интернет был бы скучный. Поэтому библиотеки для работы с изображениями. А, Сорт. Зам, зам, <coughs> никогда не выговорю это слово. Короче, миниатюры. Для построения миниатюр и управления ими для м вообще работы с фотограф фотографиями, стилями, куда-то загрузки, куда-то выгрузки и так далее. Мощнейшая э, штука используйте. Значит, Django Photolog. Это галерея, тоже с довольно хорошим функционалом, наложение водяных знаков, фильтрами, миниатюрами <coughs> и так далее и тому подобное. <coughs> тоже пользуйтесь. Классно. Дальше. У нас есть такая библиотека, называется джанго Image Kit э, тоже для работы с изображениями как ни странно да, представляете себе э, миниатюрки э, сортировки специальные поля э, форматы поддержка форматов и так далее то есть то что вы э, пытаетесь зачастую лесопедить страдаете куда сохранить как сохранить как обрезать как уменьшить как отрезать э, и так далее э, изображение вот это вот об этом ну и конечно же куда без Django upload. Данная библиотека нам позволяет э, загружать наши изображения, создавать альбомы, галереи. Э, используется э, там JavaScript. Java Давайте, по-моему, там где-то я когда-то видел демонстрацию. <coughs> не знаю, осталась она или нет. И что, не загрузится. А в общем... Или вот это оно? Сейчас. Так, этот сайт не загрузится. Все, приехали. DDoS атака у нас идет. Ну давай. Вот. Вот такая штука, короче, для загрузки изображений. Drag and drop. resizing и так далее. Ну, то есть, можно было бы, конечно, немного побаловаться. Давайте вот какую-нибудь такую изображение кинем. Это куда оно кинуло его. Не туда оно кинуло. Ну, в общем, а побаловаться можете. Дальше. Мы работаем с видео ну можем работать с видео да, загружать какие-то видео и так далее соответственно у нас есть э, django embed video которая позволяет нам работать с нашими э, видеофайлами вот э, вот и все то есть есть изображение есть видео вот как бы как бы так есть такая библиотека пользуйтесь э, соответственно хорошо иметь э, когда мы работаем с текстом Иметь редактор. Есть. Есть такой тайный uh, uh, MC, я его прочитаю. Я знаю, что он чуть по-другому читается, но не суть важно. Это поддержка редактора uh, вот этой тайней тайнии MC uh, в джанго. Вот. Значит, как он выглядит? Uh, не покажу. Или покажу. А давайте мы пробьем в интернете. Ну, кто-то, если кто работал, должен знать, как он выглядит. Вот, это редактор для, для текста. Ничего особенного. И, соответственно, есть CK Editor. Это то, что мы использовали в курсе с вами. Вот, в принципе, вы должны быть с ним знакомы. Тоже редактор очень хороший функциональный. Есть много плагинов. Что, что нужно вообще можно сделать? Соответственно, плагины можно описать самому. Ну, нужно знать JavaScript. Что там, что там. Я имею в виду, что в том, что там в редакторе. Добрый вечер. А есть ли расширение сделать поиск по ценам, как в интернет-магазине? Да, есть, все есть. В интернетах все есть. А, значит, бежим дальше. Что у нас есть еще интересное? Мы иногда с вами работаем со стилями. Ну, знаете, там CSS, JS и так далее. Так вот, есть такой, э, такая библиотека, называется Django Popline, которая позволяет нам проводить наши CSS и JavaScript, билдить их там, управлять ими и так далее. Отличная библиотечка, почитайте, попользуйтесь. Есть у нас такое, как Django Compressor. Это как раз та история, когда нам нужно использовать LESS, Sass, переводить это все в CSS, сжимать, разжимать, урезать, ужимать, адаптировать и так далее. Вот это вот история об этом. Ну и, конечно же, куда же без у великого Bootstrap? Пожалуйста, Django Bootstrap 4. Uh, библиотека, которая позволяет работать с Bootstrap uh, в Django. То есть, что оно... это не просто поддержка Bootstrap, то есть, а это некие темплей-теги, которые нам позволяют тем или иным образом преобразовать наши ну, формы, агинацию и так далее. То есть, uh, очень много разных там внутри элементов страницы которые легко уже внедрить в сам джанга то есть вам вам по сути сам bootstrap и и знать не надо вы просто говорите я хочу себе красивую панельку он делает вам красивую панельку или красивую менюшку вот соответственно когда мы пишем с вами код этот код хорошо бы тестировать вот писать тесты и так далее у нас есть джанга нос на вот который нам позволяет выводить более подробную информацию о наших тестах вот шикарная штука когда-то ей пользовался значит есть такая штука у нас как push-уведомления знаете кто-нибудь когда-нибудь писал если писали ставьте плюс если не писали ставьте минус в чат узнаем сколько нас так вот есть библиотека которая называется django push notification Отличная штука, которая как раз нам позволяет реализовать пуш уведомления. Это же просто прекрасно. Минус, плюс, минус, минус, плюс. Да, не стесняйтесь, ребята, ставьте, ставьте. Ставьте, ставьте. А я пока почитаю э, вот этот комментарий. М э можно сделать обменник криптовалюты с помощью Джанга. Что еще нужно дополнительно использовать? Можно сделать обменник криптовалюты, почему нет? Всю логику пишешь, ты на питоне, тебе же нужно крипту, то есть что такое обменник, по сути, то есть какая логика, что он должен выполнять, то есть эту логику ты закладываешь, просто Django позволяет тебе работать, легче писать код веба, ну я имею в виду веб-приложения. Ну по сути вся твоя логика это бизнес логика, которая будет работать как обменник, это на питоне пишется. Просто то Django позволяет тебе принять запрос, отдать ответ и так далее, по сути то. Я использовал оплату, мы делали на, для биткоина, вот на сайте. Спокойно на Django это было реализовано. Почему нет? Потому что все равно я использую, коннектился и общался с криптобиржами. Джанго тут просто отображал эту информацию. Доброй ночи. Есть плагины для кастомной админки? Есть. Минус, плюс. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь не писали. Раз, два, три, четыре писали. 7, 4, 11 из 57 человек. Ах, от партизаны. Идет и не признаются. Так, ну ладно, давайте пошлите дальше. Пуш уведомления, это замечательно. Что у нас с вами есть? Конечно же, очень много, когда мы пишем сервисов, нам нужно определять геолокацию пользователя и как-то с этой геолокацией работать. Или, к примеру, просто предоставить пользователю возможность выбрать там его город, страну и так далее. Есть у нас такая штука. Э -э Django GeoJSON. Эта штука нам позволяет как раз правильно работать с э -э гео -э всякими штучками. Вот. В общем, больше ничего не могу сказать об этом. Оно ну, само со себя просто говорит. Дальше у нас есть такой Django сайт uh, light Это библиотека, которая позволяет нам реализовать как раз вот эту возможность выбора города, города, да, то есть страны, там город и так далее. Uh, тоже, пожалуйста, пользуйтесь. Прекрасная вещь. Не нужно нигде бегать искать какие-то, а, -а, а где найти данные? Все уже за вас собрано. Ну что? Перейдем к вкусностям и коммерс. То есть то, что зачастую пишут нуля, это хорошо. Я поддерживаю. Лесопеды это круто. Очень много учишься. Но бывают сложные проекты или проект нужно сделать быстро. Пожалуйста. Есть такой sailor Commerce который как раз и позволяет нам э, реализовать реализовать вот эту штуку давайте посмотрим это сайтец получается да у нас вот есть товары Мы можем на них посмотреть на всякие луки выбирать В корзину добавлять корзину смотреть, соответственно чего-то там заказывать и так далее. Есть, есть, отлично. Ну а это, соответственно, у нас админка. Вот такая вот у нас админка тут она еще сворачивается. Здесь разная информация показывается, каталоги, категории, соответственно заказы. Вот они. Можно посмотреть заказ. Ну в общем электронная коммерция. Ничего особенного. Ну, все как всегда. Все все как у людей. Ну и, соответственно, есть разные языки. Поддержка... О, давайте на корейский. Или не корейский. А что это значит? Ну да ладно. Ну вы, в общем, поняли. Пользуйтесь. Крутая вещь. А, Немалоизвестный Джанго Оскар. Вот, который нам позволяет тоже реализовать e-commerce позволяет нам реализовать e-commerce. Ой, сейчас мы на обратно напрыгнем, это не то нажал. Вот, к примеру, такая штука, да, вот у нас есть всякие ценники, товары, описания и так далее и тому подобное. На самом деле вся сила Оскара это внутри админки, то что оно дает самому владельцу интернет-магазина, будем так говорить. В этом его сила. И он хорошо, есть у него там возможности расширения. Также э, есть у нас Django Shop. Вот. Соответственно, Django Shop. Соответственно, у нас есть такая CMS, называется Django CMS. Вот Django Shop, это что-то сродню с этим. Что нету никакого Ну и ладно. Демонстрации нет. Или я не вижу. Ну суть в этом. Тоже можно пользоваться. Или, к примеру, если вы встали в тупик и не знаете, как что-то реализовать, как минимум эти расширения вам позволят подсмотреть и посмотреть, как это кто-то реализовал. Это, это очень большие крутые проекты, поэтому смотрите их, изучайте. Делал пуши на Firebase, Егор. Отлично. Какие книги посоветуете по Джанго? Да ну не посоветую я сегодня книги, ну серьезно. Я и книги по Джанго уже не читаю много лет. А... Но JS vs Django. В чем вопрос? Но джесс vs Django. Но Джесс это грубо говоря платформа, да, это, ну, грубо говоря, интерпретатор, а Django это фреймворк, это, блядь, это разные вещи. А, Миш, привет, столкнулся нынче с такой проблемой. Очень понравилось плагин Django э, самый нот, но когда добавляю фотографию в этой форме, не могу достать, это, достать потом эту фотографию, связанную с этой моделью. Смотрел очень долго в атрибуты этого поля, где используется сами нот, но ничего так и не увидел. Это прискорбно. Это прискорбно. А, Егор, вопрос задает. Пробовал Tanzar Flow. Да. Второй раз за сегодняшний стрим отвечаю. Чтобы сделать онлайн конвертер, нужно будет применять JavaScript. Онлайн конвертер чего? Что за вопрос в обществе Ну, скорее всего, да. Я ж не знаю, что ты там конвертировать хочешь. И как ты это хочешь делать. Может, ты просто скажешь, загрузили в видео, идите, через полчаса мы пришлем вам ссылку на почту с этой. Как его? Ну, ссылку, где вы сможете это скачать и так далее. Смотришь, какая реализация. Егор, ничего страшного. Еще раз ответил. Вот. JavaScript нужно использовать там, где он уместен. Смотря, что мы делаем. Так. Собственно, дальше у нас с вами уже... Мы отойдем от Django. Мы будем смотреть в сторону питона и всеми нами любимого э, пошарма. Вот. Ну, может, не всеми, кто-то VS-код использует. А, и, по так скажем, похоливарим на эту тему. Повторюсь. Значит, если вы не, так скажем, сегодня не увидели расширения, которые вы используете, но считаете их достойными. Я предлагаю вам в комментариях к стриму э, скинуть ссылочки на данные расширения, которые вы, э, которые вы используете. Я думаю, что и мне, и другим товарищам будет интересно увидеть это, э, как минимум попробовать, посмотреть э, что-то новое. Так, давайте сделаем, наверное, двухминутный перерыв и приступим к плагинам всяким и питону. Давайте через минутки 2-3 увидимся. Не расходитесь. Я вернулся. Давайте продолжим. Так, надо в чат заглянуть. Подскажите скрипт доски объявлений? Не подскажу, я не знаю. Конвертер валют как, наподобие, как Google и Яндекс. Да, нужен JavaScript будет. Есть расширение, добавляющее кастомные кнопки в админ -к, В админку. Так касторные кнопки можно написать самому, это плевое дело абсолютно. Я не знаю таких расширений, если честно. А, Миш, были ли у тебя траблы с настройкой дебаггеров в чарме на докер контейнере? Можешь рассказать нюансы. Мне удалось настроить только через докер композ. А были траблы, не помню, как решил. Серьезно. Проблема в том, что пересоздается контейнер. Если какой-то варик получше? Есть ли какой-то варик получше? Есть. Но сейчас не могу ответить на этот вопрос, к сожалению. Думаю, было бы круто сделать список с описанием плагинов на сайте, который ты делаешь. Возможно, такое будет. Вот. Те, повторюсь, те расширения, которые я сегодня рассказывал и рассказываю, После стрима я ставлю ссылочку на файлик. Вы сможете найти все эти расширения там. Джон, э, ты, извини меня, невменяемый? Не обижайся, пожалуйста. Но я уже ответил. Я не знаю скрипт. Никто не знает. Есть сайт, называется Django Packages. Вот здесь есть категории. Вот вверху. Посмотри, почти здесь. Нажимаешь на любой, вот, не знаю, там, давайте, e-commerce. Опускаемся вниз. И вот здесь вот, пожалуйста, ссылочки на а, данные расширения. Нажимаем, вот, к примеру, здесь есть на документацию, на репозиторий. И смотрим, что это такое. Ребят, тут даже есть описание, поэтому я думаю, это просто нужно поискать, чуть-чуть, поискать. А, так, еще, значит, перейдем к тому, что мы используем точно в каждом проекте. Это виртуальное окружение. Все мы знаем pipenv, да? Ой, pipenv, извините, env, Virtualenv, питоновский, которым мы пользуемся. Но есть такой значит, это расширение называется PPNV, которое очень сильно пытались продвинуть в массы, везде его пхали, показывали его суперспособности и так далее. Очень часто меня спрашивали, почему я его не использую, почему я по старинке н вам пользуюсь и так далее. Давайте я немножечко об этой библиотеке расскажу. Значит, это тот же самый Env, только он вбирают в себя некие, так скажем, наработки, которые были применены в NPM, в Composer, в Bundler и так далее. То есть то, что были в других языках, в других, так скажем, экосистемах, они какие-то идеи туда взяли и применяют их. С одной стороны, это действительно стоит внимания библиотека. Она позволяет более конкретно... Видеть зависимости, выстраивать зависимости то есть продакшн, деф зависимости, отслеживать, какая зависимость, какие за собой тянет, замораживать их и так далее. Под капотом, конечно же, у нее крутится пип, вот то есть это не самостоятельная библиотека. Она решает некоторые проблемы, но, по сути, какой-то вот конкретно реальной пользы. Лично я. Это мое мнение. Мое. Я не увидел. Я увидел только проблемы, которые она дает. То есть профит 0 Но проблемы плюс 10. Понимаете? А возможно, я криворукий и не типа не умею пользоваться библиотеками. Но э, это лично мое мнение. Вот. То есть, по сути, да, я понимаю, как она работает. И это хорошо. Я понимаю ее возможности, это хорошо, но не увидел никакого ну большого преимущества. Плюс у них такой был интересный а, момент, что сейчас мы сюда заглянем. У них версия, которая была до этого и которую они выпустили, прошло два года. Вот они в восемнадцатом году выпустили, а потом в двадцатом, то есть два года. А, Хрен пойми, чем они занимались. То есть. Вообще никак. А потом в 2020 году они начали вот обновление за обновлением выпускать. То есть, как бы. Вот. Ну, может быть, они что-то... Сообщество наконец-то их встряхнуло и они что-то исправят. Ну, а данное расширение действительно. Как... как это сказать? Достойно внимания. Посмотрите. на есть еще у нас такая прекрасная штука, тоже для вот этого всего добра. Вот uh, рай оно называется. Я не помню, как правильно это прочитать, но если я не ошибаюсь, оно переводится как поэзия, что ли. Суть в чем? Это похожая штука, но я считаю, что немножечко лучше, чем Пипенв. Вот, намного удобнее и стоит также вашего э, внимания для ä, всего этого управления зависимостями, версиями и так далее. То есть расширяет реальные возможности стандартного всяких там пипов, пипенов и так далее. Здесь приводятся а, 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 аналогии и возможности данной библиотеки. Можете почитать, посмотреть, как бы вот вам новое что-то. Кстати, 11 тысяч звезд, если что ее а у пенов давайте глянем 20 тысяч звезд ну вот можете в принципе пользоваться этими расширениями а привет а ты использовал django джи да использовал Запускаешь Daphne. А, и переподключаешься на использование ECGI. И все прекрасно у тебя работает. Ну, Daphne, это веб-сервер, если что. Теперь давайте посмотрим на Что? Правильно! На PyCharm. Сейчас мне нужно будет включить захват экрана. Или PyCharm. Давайте попробуем мы. HR. Сейчас я посмотрю, если будет ли отображаться у меня просто всплывающие окна. Потому что... Да, они отображаются. Это великолепно. Меня это поражает. Значит, захват экрана сделаем. Видим. Надо посмотреть. А, да, видно. Итак, Давайте посмотрим, какие у меня стоят плагины и которые могут помочь вам. Значит, смотрите, суть в чем: я использую э, Pro версию Пачарма. Э, То есть, если вы используете комьюнити версию, э, я скажу о некоторых м, плагинах, которые вам помогут в комьюнити версии, да. Но для полноценной работы, для действительно хорошей работы, вам нужна Pro версия. Вот, это просто обязательно. В комьюнити версии у вас нет таких возможностей. То есть просто сидеть писать код, да, но вы не почувствуете полную, так скажем, мощь данного редактора, если не используете про версию. Про версию можно купить, можно сделать триал, можно взять со скидкой и так далее. Ну на краняк вы можете взломать ее, но что я не советую делать. Вот, но Pro а, версия действительно лучше, чем Community, это логично. Вот, поэтому если что, используйте именно Pro мой совет. А значит, а, давайте посмотрим плагины, которые у меня установлены. Это NFiles а, Support. А, что такое Nf? Это наши виртуальные среды, виртуальная среда, да, там где мы можем какие-то вещи записывать. Данный плагин как раз и позволяет нам а, в пачарме легко с ним работать и он всякую там штучку подсвечивает. А в моем случае у меня есть еще Angular Dart. Это вообще не в тему Django. Но а он у меня есть потому что я когда-то баловался с ним. Соответственно, поддержка языка Dart. А, также есть тут n-file. Это, похоже, с n-file перед тем, который я показал. У них там есть некие а, различия. В возможностях. Вот здесь есть поддержка YAML, JSON и так далее. Соответственно, зачастую, очень часто меня спрашивают, какая у меня стоит тема по Чарми. Я использую плагин, называется он. Э, прочитаю, как написано. Material Theme UI. Вот данный плагин позволяет кастомизировать ваш редактор, вот как вы вообще хотите. Тема, которую я, которую я использую, называется Ocean. Вот. Dark, по-моему, Ocean. Вот и все. Больше ничего не скажу. Настраивается все, что хотите. Панельки, цвета, иконки и так далее. Соответственно, у меня есть поддержка Node.js, плагин для Node.js. А, так как я практикую фреймворк FastAPI, он использует Pydantic. Соответственно, у меня есть плагин для пайдантика, чтобы была поддержка. Requirements. Поддержка вот этих вот всех зависимостей. Ну, здесь у меня есть еще Toml. И, соответственно, у меня есть плагин Vue.js, который добавляет нам поддержку синтексиса компонентов Vue.js, чтобы правильно отображался вот эти вот все разноцветности текста, так скажем, кода и создание вот этих компонентов в UGS и так далее. Значит, есть такой плагин Database Tools and SQL. Плагин, который нам позволяет работать, открывать и смотреть базы данных. Вот. Соответственно, если у вас комьюнити-версия, тоже устанавливайте его. Плагин для Docker. Все, тут больше ничего не сказать. FTP с FTP. Понятно, что для FTP с FTP, да. А, вот этот Pupet, puppet, папят я не знаю, что это такое. А, поддержка Варганта. Но ну, это, по-моему, оно стандартно идет по умолчанию в этом, в Pro-версии. Соответственно, HTML Tools, да. А, это неинтересно. А вот Settings Repository. Классная штука. Это для как раз синхронизации ваших репозиторий с вашим репозиторием. А, плагин для Angular, плагин для CoffeeScript, плагин для JavaScript и TypeScript, а, JavaScript Debugger, JavaScript а, International Power Pack. А, не помню, что он делает. А, TestLint. Вот. Соответственно, это для JavaScript а, э, и TypeScript, ну JavaScript и TypeScript, и, и вот это вот все, что связано с этой экосистемой. Вот когда-то на CoffeeScript писал, поэтому есть этот плагин. Вот так как у меня лицензия, э, если я переустанавливаю систему, ну, я устанавливаю PyCharm, захожу под своей, скажем, учеткой, он автоматически подтягивает те плагины, которые у меня были установлены. Значит, что у нас здесь есть еще? Uh, поддержка Markdown, uh, соответственно, это когда я uh, всякие там ридми пишу. Вот uh, этот uh, GNU gettext как, как раз файл uh, саппорт. Uh, это поддержка вот этих uh, файлов, которые мы делаем для переводов. Тоже мы в курсе по Django 3, там делали переводы. Вот как раз этот плагин мне uh, помогает так что еще тут интересно ну соответственно shell скрипт поддержка yaml дальше есть там всякие css LES, sas stylus стандартный набор верстальщика так поддержка github поддержка github mercurial вот эти вещи они идут по-моему тоже стандартно в pro версии subversion ну это version controls Uh, поэтому, как бы. Uh, соответственно, что у нас тут еще есть? Копирайт, uh, Data Lower. Uh, здесь есть у меня Editor Config, uh, File Watchers, HTTP клиент, um, Machine Learning Code Complexion. Что-нибудь такое интересное? Ну, наверное, вот это все. Это те плагины, которыми я ну, действительно пользуюсь. Вот, Который просто мне в каждом проекте лоб подсветил синтаксис, показал ошибки. Поддержка языков, поддержка диалектов, поддержка файлов, коннекты с гитхабом, коннекты с серверами, докеры всякие и так далее. То есть это вот то, с чем я как бы каждый день работаю. Это эти плагины. Соответственно, чтобы установить какой-то плагин, мы просто должны его здесь поискать. Вот здесь это у нас установлено, а это мы можем скачать. Вот есть даже Translation гугловский, я им не пользовался. Есть поддержка вот Jenkins, значит, поддержка Rust, Cloud Code, чтобы я еще мог посоветовать вам. Ну, если вы Vim любите, можно плагин Vim поставить. С базами данных я вам сказал. Тут можно также database написать. Вот, database навигатор uh, Этот как раз, и позволит вам, если у вас не про версия, да, пользоваться тоже базой данных. Uh, Graph.QL, database support и так далее. Вот. Всякие HTTP-клиенты и тому подобное. Вот, в принципе, стандартный набор... Увидели даже Jungle Migrations есть. Я не знал о таком. Прикольненько. Custom Run Configuration for Django Migrations. Вот такие дела. 9К скачиваний. Что... Также здесь есть поддержка Redis. Вот. Где-то я только что даже это видел. Потому что Redis это уже у нас как бы база. Вот. Aedis. Aedis. А, соответственно, что у нас по сути позволяет нам про версия, так скажем. У нас идет возможность использования. То есть мы можем настроить редактор таким образом, что когда мы коммитим, он может сразу заливать вам на сервер. Понимаете? То есть вы оп и фью, на сервере. К примеру, на какой-нибудь тестовый. Запуск автоматических тестов. Больше поддержка всяких вот этих при создании проекта. То есть, когда я создаю новый проект, у меня вот есть New Project. Видите, у меня поддерживается Python, Django, Flask, Google App, Pyramid, WebPy. Uh, Web2PY, uh, uh, sense, какой-то, то NRL serial, uh, CLI, AngularJS, Bootstrap, dart, html, uh, node, uh, node express, react app, react native, UGS и так далее. Вот здесь оно у меня будет появляться, появляться, подставляться, как я буду ставить расширение. Оно будет у меня поддерживаться. Вот, соответственно дает больше э, возможностей для управления виртуаля... виртуальными окружениями и так далее. Но больше всего, конечно, здесь это э, хорошая поддержка работы с гитом и не только. И, конечно же, это э, вот всякие HTTP-клиенты и так далее. Вот. Это неотъемлемая часть любого проекта. То есть э, каждый день с этим работаем, поэтому в этом про версия немножко выигрывает. Это мы вчера, на стриме черепашью орм с фаст API рассматривали. Так, давайте посмотрим чат. Привет, пишу API для блога. Хотел реализовать систему комментариев через протокол WebSocket. Сможешь какие-то рекомендации по реализации дать? Спасибо заранее. Какие рекомендации я тебе могу дать? Скажи мне. Я не знаю. Какие тебе дать рекомендации? Джон, uh, uh, смотри, смотря на чем ты делаешь. Если это у нас Джанга, uh, то Джанга Channels используй, как минимум. А как, я не знаю. Ты же спроси вопрос. А uh, долго будет идти видео? Нужно за сышками сбегать. Ночь, арбайт. Я думаю, что еще минут 20 будет идти. У тебя есть ноутбук? Можешь посоветовать хороший ноутбук для программирования? У меня есть ноутбук. Вот я сейчас в него смотрю. Вот смотрю, это у меня компьютер, монитор, а там у меня ноутбук. Я ваши комментарии там читаю. У меня и HP. А какой лэптоп? А какой у меня лэптоп? Ну я сейчас его переворачивать не буду, чтобы посмотреть. И сложно мне посоветовать тебе ноутбук, если честно. После того, как э, началась вся вот эта ситуация э, с кризисами, цены ты, границы позакрывали, заводы позакрывали, цены подпрыгнули, мне очень сложно. Я, я после этого перестал. Э, как в Китае началась вся вот эта беда. Я перестал следить за, что у нас сейчас это. По сути, для программирования тебе нужно, чтобы у тебя был, я считаю, но это мое личное мнение, это IPS-матрица, экран, изображение четче, четче, и глаза не так устают. Далее, у тебя должна быть хорошая SSD, SSD должен быть, потому что, ну, чтобы все быстрее работало. Соответственно, как можно больше оперативной памяти, вот, как можно больше. Соответственно, процессор, ну, более или менее, вот если мы говорим о Intel, то это хотя бы i5. Если мы говорим о AMD, ну, хотя бы Ryzen 3. Это вот вообще, это самый, это самый минимум. Вот и все, что я могу посоветовать. Если ты еще игрульки хочешь на нем гонять, ну, соответственно, видюха, ну, тогда цена нихера себе вырастает. То есть самое основное это SSD, процак и оперативка. И хороший экран, чтобы глаза не повылазили. Я правильно понял, что ты не советуешь пользоваться пипенов? А, да, правильно. Но это лично мое сугубо мнение. Все, можете в меня как кидаться, но это сугубо мое мнение. Мне он не понравился. Uh, Askhat, я не знаю, как правильно тебя прочитать. Привет, пишет. Привет. Я рад, что ты зашел к нам на стрим. Какие преимущества есть у FastAPI чем Django? Вот это ты пришел на стрим задал вопрос. Вчера пришли мне на стрим задали вопрос по FastAPI, задали вопрос про Django, а здесь про FastAPI. Какие преимущества? Ну, первое его главное преимущество, что у него есть канал русскоязычный. Вот, там целых 453 подписчика, если что. И у него красивые картинки на стримах. Вот, заставочках. Видите, какой у нас черепашка. Ниндзя. Вот. М -м -м. Если серьезно. Если серьезно, то... Во-первых, это... Он асинхронный. Это его мгновенно плюс. Если он асинхронный, соответственно, у него сразу поддерживаются веб-сокеты. Просто из, -э из коробочки поддержка написание API, поддержка написания GraphQL, поддержка background задач. То есть вы можете, не используя Celery, писать background задачи. А есть встроенная поддержка, соответственно, Celery. Это просто мгновенный плюс. Соответственно, встроенная автогенерация документации, встроенная поддержка типов, встроенная поддержка зависимостей. Это круто. В жанре такого нет. Можно сказать, что это и минус, и плюс. Это ORM. То есть у него нет встроенной ORM, соответственно. Соответственно, мы можем использовать любую другую ORM. А мы можем писать код как асинхронный, так и синхронный. То есть без разницы. И он будет прекрасно работать и также быстро. То есть не обязательно, что если мы пишем синхронный код, он будет медленный. Он будет также просто в отдельном пуле запускаться и будет прекрасно работать FastAPI. А что еще можно сказать? Он может рендерить также HTML, то есть поддержка того же самого Jinja. То есть, в принципе, все, что умеет Django, по сути, да, умеет и FastAPI, если к нему прицепить дополнительно какую-то штучку. То есть, чтобы на Django писать REST, нужно устанавливать, устанавливать Django REST Framework. FastAPI это встроено. Нужно писать GraphQL, джанго нужно это прикрутить. Постапять, чтобы делать шаблоны, нужно прикрутить Джинжа. Вот. Чтобы использовать базу, ну, грубо говоря, нужна ОРМ. Ну, соответственно, слава богу, этих ОРМ много. А... Да я не знаю даже. Данный фреймворк разрабатывался, по сути, исходя из того э, опыта э, самого разработчика, как он работал с другими фреймворками, в том числе и джанго то есть Джанго, Фласки и так далее. Сказать, чем слишком отличается, в том, что в Джанго все идет в коробочке. Очень многие вещи. К примеру, вот самая большая плюс Джанго это админка. То есть нам просто, по сути, иногда не нужно писать админку. Мы просто, она у нас автоматически генерируется. И зачастую этого хватает. Вот конечно, если там есть уже какие-то, так скажем, дополнительные штуки, нужно делать, то мы там начинаем уже страдать. Админку Django можно кастомизировать, соответственно, да, я сегодня показывал эти всякие плагины, ну расширя расширялки. А FastAPI этого нет. Ну вот, пожалуйста. Один из, ми но есть уже расширения, которые позволяют делать админку. Фаст API сообщество очень быстро растет. Появляются очень быстро разные расширения под него. Просто как грибы. То есть, если я вчера, к примеру, ну грубо говоря, искал что-то, и этого не было, то сегодня ищу, а оно уже есть. То есть может не сразу поисковик, так скажем, срабатывает и так далее. Но суть в этом на самом деле я думаю что Fast API ну надеюсь по крайней мере на то что в нашей в нашем регионе я имею в виду страны СНГ станет популярным ну по крайней мере сейчас ребята говорят что они уже находят встречают вакансии серьезных фирм которые предлагают ну которые требуют чтобы, ну, чтобы знание Fast API было то есть это будет плюсом ну, я считаю, что FastAPI это просто хорошая удачная реализация того, что мы каждый день делаем. Вот, вот и все. Он, соответственно, обновляется, развивается фреймворк. Его используют серьезные ребята, к примеру, компания Microsoft его использует как минимум и для некоторых своих нужд. Ну, как-то так. Ну и надеюсь, что мои, так скажем, мои труды по популяризации данного фреймворка принесут свои плоды. И в нашем русском сегменте он станет больше использоваться. А знаешь программы, на которой можно дебажить в ВС без чата в браузере? Да, да. А, да. 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 Ой, ладно, ладно. Mm. Mm. А вот, Simple WebSocket Client называется для расширения для хрома. Ну, это как минимум. Поэтому спрашивал. А... Не видно твоего сообщения, что поэтому спрашивал. К чему ты это сказал? Нет никакого сообщения. Но есть у тебя свое твое сообщение Fast API Джанга? Да, и поэтому спрашивал. По типу Посмана нет. Ну вот, по типу Посмана, пожалуйста, в принципе. Так, 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 пролистнулось. Сейчас. Э, тут идет обсуждение наших э, за MacBook. Ну понятно. В общем, давайте для. Э, давайте могу этот. Ноутбук для программиста, и будем в него игрульки гонять. Ну какой же ж программист без игруля. Я согласен, согласен. Ну, я, к сожалению, в игрульки не играю. Времени нет. Времени нет. Так, ну что, в принципе, опа, донат. Александр, 50 рублей. Без сообщения. Александр, большое тебе спасибо. Большое тебе спасибо. Так, что я хотел сказать? Наверное, я хотел сказать, что, в принципе, мы рассмотрели все, что я хотел. Вот. Можем с вами минут... 15 пообщаться, вот, чтобы недолго. И будем завершать. А то я сжарюсь сейчас. Тут жарко так, кошмар. Градусов 500. Как в бане. По Фаренгейту, правда. В общем, можете задать э, мне вопрос. Какой-либо. А я постараюсь ответить. Ну что, друзья, Будем скоро праздновать. Надеюсь, когда-нибудь у нас вот скоро 10 тысяч будет. Гулянку с вами устроим. По поводу задавали вопрос, по поводу подкаста. Да, мне один Нурлан. Он был на стриме по... Разработчиков, когда я своих студентов приглашал, посоветовал сделать подкаст о том, что должен знать middle-разработчик. То есть, куда двигаться, что изучать, и так далее. Ну, чтобы не потеряться, так скажем, не застрять где-то, где не нужно. И есть у меня на примете один товарищ. Вот я подразумеваю, что он уже middle. И, соответственно, думаю с, с, с ним, если согласиться, конечно. Вот. А, подкаст записать. Если не согласится, значит другого возьму. Вот. Записать подкаст о том, как, соответственно, куда двигаться. Типа того, как медлу. Вот. Чтобы медлом стать и так далее. И какие а, возможные направления для дальнейшего роста. Вот. То есть опять же послушаем, что человек расскажет. Побеседуем. Может быть, еще что-нибудь обсудим. Ну то будет видно. Очень тебя понимаю. Очень душно. Ой, согласен. Сегодня такая температура была на улице, это кошмар. Перед дождем. Потом дождь пошел. А потом так ду, Это ужас. Сдохнуть можно. А, Миха, вопрос. Чатик лучше делать на сокетах или на Джанга Channels? Да, вопрос, конечно. И, знаешь, из ряда... Э браузер ладно не буду откалывать веб-сокеты чтобы использовать веб-сокеты для этого и нужен Django channels без Django channels веб-сокеты не не будут работать понимаешь веб-сокеты это протокол а Django Channels это библиотека расширения для Django, которая позволяет поддерживать этот протокол. Вот и как бы все. Сайт холодный душ и холодный квас вот за холодный квас это хорошо а холодный душ да, надо будет принять надо бы холодный душ принять я себе воды уже там нагрел нет, да, холодный душ это вот ну не сильно конечно холодный, потому что не это чтоб так нагрелся если быстро а остыть можно простыть а это плохо в наше время. Скажу, что ты коронавирусный. Привет. Посоветую теоретические источники информации Джанга, Желательно на русском. Что значит теоретич... теоретические источники? Хабр. 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 Медиум. А, ну там на английском. Но есть Google-переводчик. Э, спасибо за стрим. Много полезной информации узнал. Джага. Пожалуйста. Или джуга. Джуга или джага. Как правильно. Э, прикол. Расширение для джанга, чтобы не простыть. Э, да. Можно. Присоединяюсь. Спасибо. О, oh, no name. Пожалуйста. Приятно, когда... Приятно, когда приятно. Когда удалось чем-то полезным поделиться. Вот. Но повторюсь, это не все расширения. И я их не подробно рассматривал. Я, грубо говоря, как бы просто сказал, что они существуют. И можете обратить внимание. Потому что их намного больше. И все, о всех рассказать, показать, чего там особенного и так далее. Вы представляете, ну это времени просто пошло у нас э, неимоверно. Здесь, на вскидку, мы сегодня с вами рассмотрели около, около 70 расширений. Может чуть меньше, там 60. Ну, суть, то есть полтос как минимум, понимаете? А это немало. То есть если мы даже на каждые 2 минуты потратим, вот, это 100 минут, это полтора час 40, понимаете? Это только так затронуть. Поэтому да, на их нам намного больше. И, может быть, когда-нибудь я еще подсобираю интересной информации и накидаю. Изучал биг дейта, пробовал что-нибудь. Uh, ну, что значит что-нибудь? <свят> что-нибудь пробовал изучать. Uh, ну, если чтение книги и статей считается изучением, то да. Работаю с Джанго года полтора. 75% расширения не использовал никогда. Спасибо за ценную информацию. Очень полезно. Пожалуйста. Деплой с помощью докера уже было или я пропустил? Нет, еще не было. Да надо собраться силами, взять... Э, э, жопу в руки. Да, за это. Э, <соспит> завершить курс по Vue.js. И тогда можно будет. Я что теперь на два канала, понимаете? И Fast API, и Django. И работать надо. И лето, ой, из-за жары, из за это это вообще кошмар. Так работать не хочется. А чтобы э, было хорошо работать, нужно переходить на ночной режим. То есть работать ночью. Есть оно прохладнее, тихо, спокойно, никто тебя не трогает. Но тогда э, этот э, нужно отложить обучение людей. А у меня их сейчас э, много. И соответственно, ну как бы нельзя сказать людям, ну извините, пока. Надо ж доучить. Поэтому придется страдать. Так, лично тебе приятно работать с джанго или фаст API. Мне когда задают такой вопрос... У меня такое ощущение, что я женат, и у меня есть любовница. То есть Джанга это моя жена, а Фастап это моя любовница. И мне спрашивают, да с кем приятнее тебе? Вот. Это инструмент. Это не значит, что приятнее, неприятней Это инструмент, который хорошо решает свою задачу. То есть он создан для решения этой задачи, и он ее прекрасно решает. Вот и дает больше возможностей в каких-то, так скажем, областях. То есть э, в Django, чтобы что-то реализовать, э, те же самые веб-сокеты, это нужна библиотека Django Channels, которую тоже нужно изучить. Соответственно, э, которая э, больше похожа на костыль. Вот. Ну, если честно. Ну как, не то, чтобы совсем костыль. Первая версия была очень сильно на костыль похожа. А Django Channels. А здесь у меня это с коробочки. Понимаете? То есть, очень многие вещи просто удобно. Джанга в чем-то есть его свои преимущества. То есть это просто два инструмента, которые можно использовать для тех или иных задач. То есть, если мне нужно было поднять Telegram-бота, да, который вот у нас в чате, соответственно, я взял и просто на фласке поднял проект и сделал веб-хуки для того, чтобы работал, работал Telegram бот. То есть я не тянул никакой джанга, никакой там fast API. Фласк с этим просто прекрасно справится. Можно вообще было на ботл это сделать. Вот. Ну я взял фласк, поднял и 5 минут у меня проект готов. В этих веб-хуков. Понимаете? То есть каждый инструмент под свою задачу. Где-то кто-то в чем-то хорош. Вот и все. Но, по сути, Fast API, он а, расширяет, а, ну, как бы, не расшир... он и расширяет, и ты мы не зацикливаемся а, в экосистеме Джанга. То есть, Джанга у нас под любую практически задачу есть решение. Это хорошо, это круто. То есть, а, процесс работы и... А, ну создания некого проекта, да, занимает меньше времени. Но если это расширение решает нашу задачу, если у нас похожая задача, но чуть-чуть другая, нам нужно или менять это расширение, или все-таки пилить свое, понимаете? То э -э и мы как бы замкнуты в экосистеме Django, то есть мы не можем выйти за рамки Django, э -э вот. То есть мы, получается, Django программисты, понимаете? Ну грубо говоря, как бы это как с 1с понимаете, 1с программисты и так далее то есть некая вот экосистема это хорошо, это круто потому что, чтобы собрать мне какой-то проект, мне нужно потратить там, грубо говоря, неделю вместе с натягиванием верстки и э, написанием функционала вот, для того, чтобы запустить такой более или менее там средний проект быстро, удобно, классно вот, ну что-то, конечно, там допиливать и неделя это я так утрирую, но а, когда залазишь в Fast API, а, как разработчик начинаешь расти, то есть изучение нового, новых инструментов и так далее, самого языка, то есть использование тайпинга в питоне немножечко расширяет ну, невозможности, а так скажем взгляды. Дело в том, что в Django мы не ну и вообще зачастую в питоне, мы не используем тайпинг. Соответственно, ну как бы он нам не нужен просто там. А здесь он нужен. И его приходится именно реально писать. Соответственно, начинаешь в эту тему углубляться. То есть больше постоянно использовать. А изучение новых инструментов, там, пайдантик, новых ORM, возможностей, как это все устроено, как это все работает. То есть, за время копания с FastAPI я Uh, Во-первых, копнул uh, в этот фреймворк. Это одно. Я вскрыл кишки uh, нескольким библиотекам. То есть это SQL-элкими, это Черепашья orm это сам uh, Fast API, uh, databases от N-код, uh, что-то еще. Пайдантик. Вот. То есть начинаешь смотреть, а как люди пишут код и так далее, а как работает асинхронность. Ну то есть не то, что как работает асинхронность, а как люди пишут большие задачи, да, вот и так далее. Это просто позволяет не стопориться на месте. Вот, то есть изучение нового позволяет развиваться как специалисту. Соответственно, мой Мое вечное чувство джуниора позволяет мне узнавать интересные вещи. А соответственно, потом делиться ими. Запрос, э, задам вопрос по-другому. Чатик лучше делать джанги или отдельно? Um. <laughs> Опять же что значит отдельно можно же с джангой ты чатик будешь делать будут как-то сообщения сохраняться в бд или нет если будут соответственно можно использовать джанго для общения с бд для принятия каких-то запросов и так далее или что значит отдельно можно отдельно сделать конечно никто ж не запрещает вон есть статья я в чат телеграма fast и кидал когда Парень э, скрестил Django и FastAPI, это вообще круто, вот, и работает, прекрасно работает. Есть ли смысл разделить чат и сделать чат на fast API? Основная часть API будет на джанга Можно разделять, почему нет, извращаться никто не запрещает. Не планируешь записать Best Practice по Django? можно, почему нет но нужен чат для мобильного приложения или channel с норм или смысла нет существует ли расширение для ORM. вот это ты вопрос задал что значит расширение для ORM? джанго ОРМ ты это спрашиваешь, Егор Может быть, ребят, если вы прекрасно работаете с Django, используйте Django Channels, используйте экосистему Django и не парьтесь. Если вам есть время и вы хотите изучить новый инструмент, берите FastAPI и используйте. Это будет только плюсом для вас. Вот, понимаете? Но на это нужно время потратить на изучение фреймворка и так далее. Это вам не Django. Там не получится так, что вы пришли и типа все как в джанга. Хрен там совершенно другая вещь абсолютно вот там единственное похожее это наверное только питон поэтому я бы взял фаст api для чата вот существует ли расширение для orm ну так как джанга ORM напрямую связано с моделями джанговскими то расширяя модели от Django, мы, соответственно, расширяем ORM. А, если, если мы говорим там о каких-то типа запросах и так далее. Опять же, у нас есть определенные библиотеки, которые нам позволяют что-то сортировать, и так далее, и так далее. Я сегодня не говорил. Соответственно, у нас есть определенные классы миксины. Опять же, я сегодня показывал расширение Models uh, uh, Ails. Ютилс... Блять, какая-то правильно читается. Вот которая добавляет некие поля, новые миксины, классы и так далее, менеджеры. Вот, да, это расширение ОРМ. Как сделать прогресс-бар обработки файлов на бэкенде? Отличный вопрос. Что значит на бэкенде? Обработки файлов на бэкенде. Что ты имеешь в виду? То есть ты имеешь в виду... Нет, я надо все-таки объяснение не буду предполагать. Очень э -э сжатый вопрос у тебя. подробнее, а пожалуйста, если можно. Так, все, давайте пять минут и завязываем. Иначе я сдохну. Будет видео, как грамотно выделять, выделить логику из U-сервисы? Да, я думал уже о таком видео. Ну, полноценном, так скажем. Вот у нас есть то, там и так. Да, потому что я к этому вопросу, мне его задают на стримах. Я, так скажем, отрывками кое-где об этом говорю сейчас у меня мых упал вот но надо да полноценно снять файл обрабатывается на бэкэнде а на фронте показывает статус ну вон там ребята этот вебсокеты обсуждают вот можно сделать с помощью вебсокетов Можно с помощью AJAX. То есть у тебя идет обработка э, файла, и у него есть какое-то там процентное соотношение. Есть некая API, которая может спросить у твоей программы, а сколько там процентов осталось. Я ж не знаю, как ты обработку файла будешь делать. Вот. Что значит обрабатываться? То есть это какая-то бэкграунд задача. Это... Э, потому что если ты это будешь делать Типа, отправил запрос, и оно обрабатывает этот файл. Ну, у тебя поток просто тупо, так как оно синхронное, поток просто завис, и все, ни хера ты сделать не сможешь, пока ответ от сервера не придет. Соответственно, это должна быть некая background-задача, вот. Которая может при, ну, каких-то, я не знаю, как этой реализации, возвращать значение, сколько оно обработано. Вот, грубо говоря. Соответственно можно или там веб-соке там или аяксом дергать типа а сколько а сколько а сколько и оно будет показывать то есть это опять же тонкости реализации э, вопрос наверное не в тему но одном но на одном из видео показывал э, Дита. я когда добавляю плагин Исчезает форма Что может быть не так? А Я не знаю 1500 вариантов ответов Что у тебя может быть? Это надо дебажить. То есть, серьезно, я так тебе не отвечу. Я не знаю. Ой, давайте будем закругляться. В общем, ребята, всем спасибо, кто сегодня посидел. Спасибо за ваши комментарии. Повторюсь, если у вас есть еще какие-либо, так скажем, расширения, которыми вы пользуетесь, оставляйте ссылочки в комментариях. Данные расширения, которые я сегодня показывал, я оставлю ссылочку в описании к стриму. А также то, что сегодня я показал и сказал, что оно хорошее, плохое и так далее, это сугубо мое мнение, сугубо то, чем я пользовался и, соответственно, с вами поделился. Всем спасибо, увидимся.